Девочки, еще раз привет. Давайте по цветам пробежимся, что пришло. Так, георгины. Оп. Помпонная смесь окрасок. Вот я не люблю смесь окрасок. Мне не нравятся вот эти сюрпризы. Я люблю, чтобы цвет так цвет. Чтобы как-то скомпоновать это, вот это разнообразие мне не нравится. Кактусы видны. Так, бархатцы, тайшаны обязательно. Это бархатцы обычно отклоненные, недорогие. Тайшаны и антигу, они у нас дорогие. У меня в этом году была целая аллейка антигу, очень красивые бархатцы. И все у меня спрашивали: Ирина, а можно семена? А можно семена? Девчат, а их просто нет. Просто отсыхает головка, и там нету даже зачатков семян, просто они совершенно стерильные. То есть надежды на то, что как-то размножить эти бархатцы, ну просто нет. Даже не надейтесь, что тайшаны, что антигуа. Бесполезно. А вот эти хоть тоннами снимай свои семена. Так, петунья какая будет? Гигантская, да? Превосходная бордовая. Скриним. Такая же розовая. С прожилками, да? И еще есть какой-то ободок изнутри. Угу. Лаванда. Лаванду я не сажаю, потому что она вымерзает. Для меня это будет потеря из потерь. Я не могу себе такое позволить, чтобы что-то у меня гибло. Душистый табак – это моя любовь. Мне очень нравится. Очень нравится. Ой. Хризантема – корейская смесь. Астра игольчатая. Такой красивый цвет. Хризантема видная. Хризантема видная. Пиона видная. Помпонная с белым центром. Помпонная с желтым центром, красненькая тоже. Помпонная желтая. Кстати, вот они красиво будут сочетаться, да, между собой. Если их как-то рядышком посадить. Либо вот эти две интересные. Ну, пожалуй, так будет интересней. И смесь сортов. Ну, не люблю я смесь сортов. Ну, что это такое? Какой-то деревенский палисадник. Ну, я ничего против не имею, но мне не нравится. Алиссум, это был вот мой выбор. Смесь сортов хочу посадить. Эфочка. Статица. Гайлардия. Какая-то интересная настурция, смотрите. Настурция наземная, канарейка. А, вьющаяся еще, очень интересно. Ой, петуния еще есть. Вот такая двухцветная. И звездное небо. Вот. Звездное небо. Это не звездное небо, другой сорт, но вот с точечками, со звездочками. И остеосперма есть.